Так, тебе круг там и такими образованиями. И там, то есть, как если я приезжаю, вот, допустим, зимой на дачу, я вот иду, иду по берегу, и потом там чуть ли не какой-то обрыв получается из льда, то есть огромная толщина льда, и там уже я вижу потом воду. То есть, как бы вот эту штучку, я не знаю, может быть, где это было сделано, ну, не знаю. Вот, в общем... Какая зона? Бурятия у нас находится... Она, конечно, не черная зона, но опасная, в общем. Потому что мы прилегаем к Байкалу, где Тункинская долина, там Западная Забайкалья и все прочее. Это вот у нас может быть сила толчков до 9 баллов. То есть, как бы, это вам не это... Да. Я поехала, правда, шутка. Ну, она вот является зоной повышенной системы.